И всем привет, ребят, с вами Старанки, записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре одно очень интересное сочетание, которое нам посоветовал посмотреть, поиграть наш самый грязный Виталон. Сегодня мы вместе с вами покатаем на Паладина и Зиде с Кризисом, именно с этим дроном, потому что, как показывает себя это вооружение на любых других дронах, мне известно. Но Виталик сказал, что на Паладина и Зиде именно с Кризисом открываются какие-то нереальнейшие возможности реализации этой замечательной комбины. Ну и мы вместе с вами сегодня посмотрим, так ли это на самом деле, насколько жестко нагибает Паладина и Зида в сегодняшней мете, и насколько хороший результат с ней можно дать в рамках матчмейкинговых боев. Запикаемся мы, конечно же, в режим CTF, я думаю, что это лучший режим, который подходит и показывать будет лучший результат, да. Я думаю, что еще из режимов, если выбирать, то, наверное, такие... Регби тоже очень неплохо бы подошел, но CTF-очка это, ну, наверное, дефолтик, просто чистый дефолтик, на котором как раз-таки можно на постоянной основе пробовать реализовывать эту комбинацию. Конечно, хотелось бы, чтобы нас закинуло не на супер большую карту, ну и посмотрим, на что же способна эта Паладина и Зида. В моменте Виталий говорил, что лучше... играть именно от ДАшки, на ДД не переключаться, потому что у тебя настолько большой самохил, что даже на ДА ты можешь пережить 2-3 танка противника, который будет пытаться наносить по тебе урон и пытаться тебя уничтожить. Ну и потом, если что, можно, конечно же, еще дорабатывать сверху ДДшечкой. Так, ну и смотрим, как противник вообще будет здесь пикать, открываться. Смотрим, насколько большое количество урона я смогу вообще пережить на этой паладине Зиде, и насколько хорошо и качественно мы сможем реализовать эту комбину. Довольно быстро я улетаю на респ, но это даже лучше, потому что у нас через 10 секунд появляется флаг, и тогда уже можно пробовать реализовать свою замечательную комбинацию. Сейчас уже флаг появится. На ДАшечку переключаемся, за счет как раз таки самохильчика потихонечку тянемся, тянемся, тянемся. Уходим в сейф-позицию. Ну и здесь уже переключаемся на нитру. Но надо было сверху еще аптечку давать. Не рассчитал я, что страйкер может дать критовый выстрел. В принципе, то, что он попадет и нанесет урон, я рассчитывал. Но вот то, что крит залетит, этот момент я чуть-чуть не просчитал. Но вообще, с точки зрения скорости, комбинация очень резвая. Единственное, только надо, конечно же, контролировать свое здоровье, чтобы не было таких ситуаций большого количества, где вы как раз-таки улетаете на респаун. Ну и стараться как раз-таки уходить от противника, который... Аптечку не бери. Который пытается по вам со средней дистанции урончик накидать. Так, ну здесь я точно уже улетаю. Здесь уже бесшансовый отлетик у нас происходит. И доставочка первого флага имеется. Эта комбинация не для большого количества киллов. Эта комбинация чисто как раз таки под увозы, под доставки мечей, под доставки флагов. Конкретная работа на командную игру, да, то есть здесь вы живете, вы везете, вы разваливаете и все это делаете как раз таки для набора командных очков. И это будет либо флаги, это будет либо мечи. Ну а что касаемо, ну можно штурм еще за атаку, да, штурм за атаку тоже можно. Все остальное, в принципе, ну наверное, менее будет актуально, чем регби, захват флага и штурм за атаку. Штурм за атаку сейчас вообще стал супер приятный. И, ну, наверное, даже я бы сказал, несложный. На ДДшку тоже можно переключаться, но лучше, конечно, не злоупотреблять ею. Здесь лучше, конечно, от брони где-то отыгрывать. Ну, когда у вас уже открывается спокойная возможность на увозик, ну, тогда можно, конечно же, уже дать и нетрунделя и быстро влететь. Так, у меня есть еще овердрайв. Есть ли необходимость в прожатии его? Да, наверное, есть. Давайте прожимаем. Сразу пытаемся сливать одного. Сливаем второго. Изида с вампиризмом или с чем она там, не знаю. Так, ладно.
Ну, я думаю, что даже аптеку жать не буду. Мне, в принципе, паладин должен сам захилить ХПшечку. Ну и доставочку, и еще одного флага мы вместе с вами делаем. Уже за 3,5 минуты 4 доставки есть. Из них 3 доставки сделал лично я сам. Страйкер пытается сводиться. Уходим в сейв-зону. Переключаемся на... Ой-ой-ой, я думал, что он не сведется. Переключаемся на ДАшку, ДДшку. Здесь аккуратненько обходим все это дело. Ну и можно пытаться еще один увозик делать. Попробуем зайти через право широко, чтобы нас особо сильно не читали. Если с центра выкачу, то есть шанс, что противник может меня еще здесь зафокусить. Так, страйкер выстрел. Чуть-чуть стрейфим. Чуть-чуть стрейфим. Так, ну и давайте, наверное, лучше сольем его. А то мне опять сейчас в спину что-нибудь прилетит. И я, как всегда, улечу на респаун. 440 очков у нас уже имеется. Противник пытается увозить. Давайте тогда сыграем в него. Блин, гром там с овердрайвом. Ну, это, конечно, неприятно. Это, конечно, неприятно. Я бы вообще флаг скинул бы кому-нибудь из тиммейтов. Если у нас здесь кто-то бы стоял. Давай, брат. Это твой флаг. Это твой флаг. Тебе надо его, как говорится, чуть-чуть придержать здесь. Так, ну а мы пытаемся как раз-таки влететь. По красоте. Уходим вот сюда. Так, шафтов у них нет. Это очень хорошо. Так, ну и сразу во флаг. Сразу во флаг. На ДАшечку можно переключиться. И квадратики есть. Даже я особо, если честно, урона не накидал. Наши тиммейты больше вкинули урончика. И доставочка есть. Супер. Пятый флажочек. 500 очков у нас. 14 киллов. Но по доставкам все шикарно. Есть еще один овердрайв. Есть возможность как раз таки его тоже реализовать и влететь. Пробуем прожать его, наверное, здесь. Блин, ну это была ошибка. Здесь, конечно, нельзя было на ДДшку переключаться. Надо было ДА плюс аптеку сверху. И потом уже на самохиле я бы вытянул бы точно эту ситуацию. Но чуть-чуть поверил в свои силы. А там оказался как раз-таки рикошет с Гелиусом, который меня и в приемочку развалил. Так. Угу, еще и на расстояние пытается потянуть. Зида под овердрайвом. Уничтожает ее. ХП супер мало, поэтому переключаюсь на нитру. Нету смысла здесь играть с другим припасом, потому что выхилить я ничего не смогу. А вот убежать возможность всегда имеется. Супер. Шестая доставка. Ну и остается у нас ластовый флаг. Пробуем захилиться каким-то магическим образом. Либо застрейфиться. Но страйкер все равно меня уничтожает. Комбинация максимально приятна для игры в CTF. Я не знаю, насколько это будет сложно реализовать против каких-то фулл пачек, да, и противников, которые будут прям жестко играть в вас, но против среднего противника, да, который, ну, практически всегда встречается в матчмейкинге, эта комбинация 100% работает и 100% интересна. Я, честно, не думал, что именно паладина и Зида будет в такой комбинации показывать такой хороший результат. Паладин здесь вражеский прожимается, но мы его, конечно же, тоже уничтожаем. Играем в упорчик под ХП. Уходим сюда. И нет, еще дополнительный хильчик себе ХПшечки не сделал. Но круто, круто, круто. Это, ну, просто соло-увозер. Соло... Танк, который может всегда привозить флаги, который может всегда вытягивать твою команду, который может всегда засаппортить тебя. Ну, ну, это просто круто. Это просто круто. Так, что-то там уже кто-то ругается. У меня по ходу дела. Так, рикошет сжимает овердрайв. Но почти даже его я пережил. Если бы Изида мы не била, то я думаю, что у меня получилось бы пережить. А, он хулиган написал. Ладно, понял, понял. Есть там такая темка, что бывает, срабатывает звездочки. Так, ну у меня сейчас будет овердрайв, было бы очень неплохо отыграть от него. Здесь у противника уже есть резист. Так, ну и пробуем прожиматься. Чуть-чуть поживем под ХПшечку, поиграем, чтобы меня здесь, если что, не уничтожили супер быстро. Паладин, ой, паладин. Викинга Тесла здесь тоже нагибать.
Хочет так. Ну и давайте уже в подборчик играем. Ну и в попыточку увоза через центрик с нитрой и магнумом, который мне влетает прямо в башню. Но тиммейты должны, в принципе, на страховочке отрабатывать. Можно было там, конечно, в моменте переключиться на дашку, но я как-то немножечко не среагировал. И наш тиммейт доставляет седьмой флаг. Очень интересная комбинация, если честно. Я, как сторонник ловкача на паладине и зиде, могу вам сказать, что эта комбинация может быть даже интереснее реализована, если вы грамотно пользуетесь своей расходкой. Да, если вы грамотно переключаете ДАшку на нитру, где-то в моменте вжимаете ДД, хотя по сути здесь, ну, наверное, в 80% случаев, да, вам даже не надо нажимать ДДшку, вы просто пережимаете броню нитру, сливаете противника, захиливаетесь, переживаете 2-3 танка за счет самохила и как раз таки увозите флаг. Плюс сверху паладин, который дает вам отличные возможности реализовать ваши кондиции за счет дополнительной хпшки, дополнительного пробития по противнику, дополнительного самохила тиммейтов. То есть, ну, это лучший саппорт, просто лучший саппорт и возможность реализации на сегодняшний день комбинации в захвате флага, регби и штурме за атаку. Пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного вооружения. Поддерживайте обязательно данный видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный тег создателя контента — это тег Тимпа. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.